Молодые юмористы, к сожалению, не поют частушки. Надо это дело исправлять. Но мы не можем это наше национальное, народное искусство предать забвению. Вот сейчас я позову нашу молодую, вновь прибывшую актрису и научу ее уму-разуму. Аня, Аня, ты здесь? Выйди, пожалуйста. С инструментом, пожалуйста. Вот, вот. И аккордеон при тебе. Очень хорошо. Поможем ему. Войдите. Вот, Анна Серпенева. Это твой или просто так носишь? Это мой, Евгений Ваганович. Да, да. Играть умеешь? Умею. Ну, сыграй что-нибудь. Ну, это и я так умею. Ты другой что-нибудь посложнее сыграй. А что сыграть? Мурку давай. Хорошо. Вот это другое дело. Но у меня другой вопрос. Почему ты в игноре к частушкам? Ты что, считаешь, что они устарели, что ли? Но почему я в игноре, Евгений Ваганович? Я знаю частушки. Да? Здесь все любят это дело. Давай. Пришла курица в аптеку и сказала кукареку: дайте пудры и духов для приманки петухов. Ну что, неплохо. А что-нибудь современное знаешь, на тему дня, так сказать? Знаю. Вирус нас атаковал, потому что он нахал. Да нахал еще какой, с коронованной башкой. Ну, вот это уже получше, злободневно. Как мы говорили, утром в газете, вечером в куплете. Да, хорошо, только ты как-то, знаешь, как ребенок на табуреточке. Та-та-ти-та-та-та-та-та-та. Частушки надо напевать и рассказывать, понимаешь? Рассказывать. Вот. Можешь еще современную какую-нибудь частушку? Могу. Давай. Погуляв по Малой Спасской с мужем, мы пришли домой. А когда мы сняли маски, оказалось, муж не мой. Ну, вот, получше, получше. Ну, типа того спела. Для любви и ласки я пришел к любимой в маске. И до самого заката целовал ей респиратор. Хорошо пошла. Попробуем. Эра новых технологий покорила белый свет. Что писали на заборе, перелезла в интернет. Зря куснула, пролетая, моль шубейку из Китая. У бедняги третьи сутки несварение в желудке. Депутат, депутат, дать по морде был бы рад. Только вот тревожится, в регламент не уложится. Ай-я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 й. На диете целый год побыла девица. Врач никак не попадет шприцем в ягодицу. Ай-я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 й. Вирус и себе зарплату мэр Парижа снизил в раз. Нет, такие осложнения это точно не для нас. Ай-я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 й. Вся навзрыд девица плачет, уколола себе пальчик. А вот попу и плечо исколола и ничего. Ай-я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 й. Ну, о, неплохо. Кланяйся, вот это первые аплодисменты тебе за частушки. Частушки пела на эстраде? Пробовала когда? Нет. Нет, вот первый раз с премьерой. Но еще предварительный пример. А сейчас пойдут мужские частушки. Ты вот на табуреточке садись и играй гармонь. В
речку бросили муму, она выплыла в Крыму, и теперь за это псину не пускают в Украину. Так лекарства вздорожали, что не по карману стали. Но без них я верь, не верь, лучше чувствую теперь. Сочи, говор странный, очень удивляет он меня. Обезьянка там имеет больше залета, чем я. ДНК проделал с дуру, сына удивил ответ. Оказалось, я не папа, а троюродный сосед. Карантин так долго длился, я работать разучился. И могу лишь, как когда-то, только получать зарплату. Мужа, чтоб содрать на платье, жена счетчик от такси. Присобачила к кровати, покатался, заплати. Кум на речке отдыхал, на крючок сама поймал. А по-трезвому глядит, водолаз в садке сидит. Мимо банка с позаранку я без шуток не хожу. То им рубль в окно засуну, то копейку покажу. Жили дольше всех, как лекарство нужен смех. Так смотрите постоянно наше шоу Петросяна.